Суд Бразилии распорядился приостановить строительство футбольного стадиона в городе Манаус. Это произошло после того, как 14 декабря здесь погиб рабочий. Он сорвался с крыши объекта с высоты около 30 метров. 22-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм. На стадионе «Амазония» должны состояться некоторые матчи чемпионата мира по футболу 2014. Например, здесь будут играть сборные Италии, США, Португалии и Великобритании. Согласно плану, объект должны были сдать к 15 января. Однако теперь, похоже, график придется нарушить. Компания-подрядчик сообщила, что ведет расследование инцидента. По мнению прокуроров, она должна обеспечить на строительном объекте нормальные и безопасные условия для рабочих и только после этого сможет продолжить работу. В целом, из 12 стадионов, возводимых для чемпионата в Бразилии, около половины не успевают построить в срок. Кроме этого, это уже пятый инцидент со смертельным исходом на спортивных объектах, предназначенных для игр. Как говорят профсоюзы, строители вынуждены работать в очень плохих условиях, зачастую без соблюдения норм безопасности, а также сверхурочно из-за отставания от графика. Для Южной Америки этот чемпионат станет первым с 1978 года. Открытие намечено на июнь 2014 года.